это площадка, насколько я понимаю, одна из самых современных в России. Она располагается около ВТБ-арены, рядом с футбольной ареной, хоккейной ареной. Вот насколько она открытая для тренировок? Ну, то, что она открытая, это действительно. Здесь нет никакого ни забора, ни калитки. Значит, открытый доступ. Значит, регулярно, значит, по субботам с 11 часов я провожу открытые тренировки для всех желающих. А желающих тут достаточно много. У меня уже, так сказать, по списку те, которые опробовали эту игру, наверное, уже больше 50. Местные жители приходят, потому что они вспоминают исторически, это на этом месте были городошные площадки еще в Советском Союзе. Вот. И, наверное, помнят имена выдающихся спортсменов-динамовцев, как, например, Александр Телевинов, который являлся трехкратным чемпионом Советского Союза. Значит, площадка, будем так говорить, не все по техническим требованиям она удовлетворяет всех и вся, в всяком случае, городошников. Есть кое-какие недочеты, которые, наверное, устранимые, но я думаю, будем над этим работать. В прошлом году эту площадку построили, ввели в эксплуатацию, и место здесь достаточно привлекательное, и народ приходит, интересуется, смотрит, спрашивает, пробует, ну и так далее. Я думаю, что жизнь, она как бы закипела на этой городовой площадке. Площадка не пустует, участников и желающих достаточно большое количество.